Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Fear and Hunger 2 Termina. Итак, сегодня я продолжу проходить игру за Марко. А так, в прошлой серии я устранил двух врагов, желтого мага и... Подождите, кого я там устранил? Карин и желтого мага, да, точно, Карин и желтого мага. Так, ловкость плюс один, к сожалению, я не могу прокачать. Так, что я еще могу прокачать? Быстрая стойка. Так, мне, в принципе, нужна медитация. Так, медитация. Уклон и нырок, владение голыми руками. Идеальная защита. Так, быстрая стойка. Стойка для контратаки. Выброс адреналина. Думаю, уклон и нырок. Так вот как. Владение голыми кулаками. Так, вот так вот. Взлом. План побега. Так, вот это все мне не нужно. Воровство. Запугивание. Взрывчатые вещества. Ловкость плюс один. Идеальная защита. Давайте попробуем изучить. Хочу посмотреть, что из этого получится. Так, уйти. Я не сохранил игру. Ну ладно. Сейчас я попробую сразиться с этим, как его. Вечно забываю. Дровосек. Нет, лесоруб. Так, не туда побежал. Так, одну руку я... потерял уже в прошлой серии. Так, одну руку я потерял в прошлой серии. Надеюсь, мне лесоруб вторую руку не отрубит. Блин, ну ладно. Испытаем новые навыки на лесорубе. Ой-ой-ой. Куда он бежит? Он за мной ведь бежит. Так, умение. Поговорить. Попробуем выбрать орла. И две монетки подбросить. Не повезло. Так, тогда перезапускаемся. Так, ладно, на этот раз я с Вилли связываться не буду. Ой, мерзость его зовут. Я сразу побегу к лесорубу. Ну чё, успокоился? Ага. То есть у меня нету очков концентрации, хотя я прокачал медитацию. Я понял. Защита плюс. Умение. Стойка для контратаки. Будьте начеку при вражеских атаках и вы по возможности контратакуйте. Стойка для уклонения. Давай вот так вот. Стойка для уклонения. Так, опять. Умение. Стойка для уклонения. Так, орел.
Так, все отлично. Так, защита плюс нет. Умение. Стойка для контратаки. Прикольно. Мне это нравится уже. Так, плюс я сейчас еще хочу ловкость ему прокачать единицу. Чтобы мы прям вообще были ловкими. И два раза за ход атаковали. Это вообще будет прям идеально. Настоящий боксер. А на лицо я нарисую ему... маску, ну то есть этот сигил Грограда. Он вроде атаку прибавляет. А, человек и сынов. Долбанная ерунда выпала. Я буду специализироваться чисто на атаках руками. Блин, понятно. Так, первый круг. Надо три круга нарисовать и выбить Библию Сильвиан. Так, это вечер второго дня. И, в принципе, вечером мне... О, Марина, точно! Мы встретим Марину сейчас. В книжном магазине. А больше мне и сражаться-то не с кем. А ночью мне тоже не с кем сражаться. Придется прям второго дня ждать. Утро второго дня. Так, можно попробовать со слоном сразиться, если у меня, конечно, есть капкан. А у меня его нету. Был бы капкан, я пошел бы сражаться со слоном. А почему бы мне статуэтки тогда не пособирать? Ты чё? Ё-моё! Так, давай решка. Так, отлично. От мерзости избавились. Так, теперь я, наверное, пойду... Точно, вечером можно сразиться с Даном. Так, август. Масло. Синяя трава. Так, отстань. Угу.
Так, не очень-то мне охота сражаться с Нидлзом. Но мне придется принять битву с ним. Так, он как раз с этой стороны пришел. Так, а что мы делаем? Предметы. Так. Осколки стекла. Пытаемся его ослепить. К сожалению, мы его не смогли ослепить. Или смогли? Конечно же, не смогли. А, предмет. Осколок стекла. Что, серьезно? Я его опять не ослепил. Нет, все, ослепил. Так, умение. Стойка для уклонения. Так, орел. Черт. Промахнулся. Отлично. Будем по телу бить. Хотя мне надо было лечиться. Так, предмет. Светло-голубой флакон. Так, умение контратака, стойка для контратаки. Блин, у меня мало хп ведь. Так, защита. Лечиться нечем. Так. С Нидлзом-то я разобрался. Только вот у меня теперь проблемы со здоровьем. Так, белый флакон. А, так, еще что? Кусок ткани. Так, зеленая трава. Так, алхимелии у меня, к сожалению, не... А, у меня есть одна только алхимелия. Которая позволяет мне крафтить голубые флаконы, но не синие. Блин, все, меня подкараулили. Я неудачно сразился с Нидлзом. Так, медвежий капкан. Точно, можно со слоном сразиться, только у меня лечиться нечем. Счастливая монета. Так, Леви пока что трогать не будем. Ну да, я так и думал. Я же сказал то, что он меня подкараулил. Так, хорошо. Стойка для уклонения попробуем. И он сразу же меня убил. Не повезло. А, итак, короче, я нарисовал
круг Архера в подвале. Хочу взять с собой козла, для того, чтобы он впитывал в себя дамаг. Так. И сейчас буду надеяться, что я встречу в книжном магазине Марину. Так, для битвы с Мариной мне нужно подготовиться. А, я уже готов. Будем надеяться, что голова отразит ее заклинание раны. Так, также мне не помешало бы надеть противогаз. Был бы он у меня. Блин, она ведь ослепить может меня. Мне нужен бременский противогаз. Или противогаз из свиной кожи. Так, тут у нас Август прыгает. Так, тихо. Так, с тобой я определенно сражаться не хочу. Блин, меня с двух сторон окружили. Блин, отстань. Вот что тебе нужно от меня? Почему ты просто не можешь уйти? И сразу сюда идет. Так, ладно. Блин. Так, мимо одного полицейского пробежали, но теперь нужно нам как-то второго развести. Так, все, отлично. Только не ты! Блин, я не хотел с тобой сражаться. Так, предметы. Буду надеяться, что я тебя с первого раза осыплю. Не ослепил, к сожалению. Так, ладно, козла не жалко. Чё, серьезно? Блин, череда неудач идет. Определенно череда неудач. Игра не хочет. О, все, отлично. Так, пускай будет орел. Так, умение. Стойка для уклонения. И теперь надо будет лечиться. Так. А где тут у меня светло-голубой флакон? Буйство. Так, умение. Стойка для контратаки. Так, умение. Стойка для контратаки. Нет, нельзя. Стойка для уклонения у меня уже работает. Так, просто атакуем в тело.
Блин, козел все время его только в голову бьет. Надеюсь, козел выживет. Блин, неужели мне его лечить придется? Он мне нужен был, блин, для других целей. Все, отлично. А, придется козла лечить. Блин, у меня не так много кусков ткани, чтобы останавливать ему кровотечение. Так, исцеление, зеленая трава. Козла лечить не будем. А, козел мне нужен для того, чтобы он впитал заклинание Марины. Раны. Так, тихо. Тихо. Отстань. Марины нет. И где мне ее теперь искать? Обидно. Блин, сейчас я выйду, и на меня нападет Бобби. Придется козла вылечить. А, он помер. Не успел вылечить козла. Блин, все пошло не по плану. Так, и где мне теперь Марину искать? А, попробую сходить в мэрию. Может, она в мэрии находится, но вряд ли. Мэр вряд ли ее там запер. Потому что мэра больше нет. Я спас Генриха, и он не превратился в мэра. Ну ладно, на всякий случай проверю. Может быть, я ее ночью встречу в книжном магазине. Ну, вроде бы я ее вечером встречал. Ну, книжный магазин мне нужен для того, чтобы выбить Библию Сильвиан, чтобы восстановить конечности. Эх, все пошло не по плану. А где мне теперь Марину искать? Если в книжном магазине ее нет, то где она?
Так, ладно, я попробую сохраниться в книжном магазине и выбить Библию Сильвиан. Так, ладно, у меня еще и Библии Бога страха и голода нет, к сожалению. Блин, она бы мне не помешала, но в принципе, если ее нет, то ничего страшного не будет. Тело этого отцы пропало. Так, нужно кое-что попробовать еще сделать. А прежде чем сохраниться, я хочу попробовать взять статуэтку. А, блин! Все, хана мне. Придется лечиться. Мне придется принять бой с Бобби. Так, умение, стойка для уклонения. Будем надеяться, что я буду идеально от него уклоняться. Ага, идеально, блин, уклонился. Эта игра решила поднасрать, потому что у меня была стойка для уклонения. Капец. Так, короче, я пока что сражаюсь с Нидлзом и ни разу не получил урон. Это очень хорошо. Я использовал сначала стойку для уклонения, потом ему кинул в глаза стекло. Кинул монетку и угадал сторону. Ну, я двойную монетку кинул. И он пока что по мне ни разу не попал. Так, все, отлично. Вообще урона не получил от него. Пойду статуэтку тогда заберу. Я надеялся с Мариной сразиться, но, к сожалению, ее нету в книжном магазине. Жаль, что эту катсцену нельзя пропустить, и диалог с ним тоже нельзя пропустить. Так, мне в комментариях написали то, что зря я диалоги пропускаю, но, блин, диалоги с Pocket Cat там постоянно происходят. В каждой новой игре, когда я начинаю новую игру, он постоянно одно и то же говорит. Я не вижу смысла, короче, все это читать. К тому же я вроде как с ним не хотел говорить. Это он начал со мной разговаривать. Фехтовальный комбинезон уже лучше. Или нет? Нет, не лучше. Мне кольчуга нужна. Так, что-нибудь перекусить придется.
Так, хирургическая пила. Так, к сожалению, у меня нету с собой листочка. А я на другом компьютере прохожу игру. А где у меня написаны номера комнат? Придется опять идти и смотреть. Запоминать. Так, стоп. Сразу, наверное, сражусь с Дааном. Если бы Даан первым ходил, было бы вообще идеально. Ух ты, да, она еще здесь нет. Так, ладно. Короче, я сейчас, наверное, схожу с листочком. А, точно, второй этаж. Так, книги. Дневник сумасшедшего, вот он. Глупый хвостун, который только что въехал. Там коробки должны быть. Вторая, кто разговаривает со своими растениями. Коробки, растения. Музыкальные инструменты. Блин, я четвертый пропустил. Блин. Коробки, растения, музыкальные инструменты. Жертвоприношений марионетки. Коробки, растения, марионетки. Так, вот это коробки. Нет, это растение. Два. Вторая цифра 2, который только что въехал. Где коробки? Ну ладно. Музыкальные инструменты. Это 6. 2, 26. 11, 26. Музыкальные инструменты. Так, и марионетки. Марионетки где находятся? Я знаю то, что 11 и 13 всегда должны быть. Сейчас мы посмотрим. Марионеток здесь нету. А где марионет? Блин, на третий этаж не хочу подниматься. Ну ладно, 11, 2, 26, 13 или 13, 26, 11. 11, 26... 13. Неправильно. А значит, 13, 26, 11. Так, зеленая трава. Лучше бы красная выпадала. Кусок ткани.
Патроны для дробовика. 2 шиллинга. Патроны для дробовика. Отстань. Блин. Я не хотел с тобой сражаться, дубина. Ты чё сюда пришел? Так, уходим. Вот же, блин. Со всех сторон меня пытаются поймать. Давай. Так, двух обошел, но тут еще третий ходит по коридору. Вот он. Я эту локацию быстро прохожу, потому что не хочу с ними сражаться. ХП зря тратить. Так, стоп. Тухлое мясо. Патроны для пистолета. Так, я лучше сразу прыгну вниз, чтобы не тратить время. Так будет проще. Блин, меня сосед поджидает уже. Так, сейчас его агр спадет. Так, все, агр спал. Ой-ой-ой, вот же, блин. Так, не сюда. Да вы задолбали. Фух, вот это мне повезло. 3 раза сбежал. А сейчас самое главное, чтобы толпа не прокнула. Сейчас она может появиться тут. А, нет, я же вниз иду. Я знаю конкретные места, где она появляется. Возле приюта я знаю конкретное место, где находится триггер. А, в этой локации я тоже знаю, где находится конкретно триггер, но не знаю, получится мне его обойти или нет. Она в 3 местах появляется. Так, сколько у меня жизни? Нормально. Этого достаточно, чтобы с Дааном сразиться. Так, решка. Хотя надо было, наверное, орел выбирать. Медвежий капкан. Белый флакон. О, кстати, медвежий капкан мне пригодится для того, чтобы сразиться со слоном. Так, стоп. Кстати, почему бы мне не воспользоваться халявной прокачкой? Так, где тут собаки-то? А, они же боятся меня, точно. Куда поползла?
Так, у меня, к сожалению, не так много патронов. Так, поэтому... Ты куда ты ползёшь, блин? Бременский нагрудник. Так, надеюсь, он лучше. Конечно, лучше. Слушай, у меня не так много патронов. Один патрон зря потратил. Так, ладно, хорошо, патроны вернулись. Так, трубка. Два шиллинга. Так, куда тут... Гончи... Ах ты ж... Долбаная толпа. Так, медвежий капкан. Лучше бы руну морского дракона мне дал, а не медвежьи капканы. Хотя, в принципе... Ладно, пойдет. Так, ясно. Так, если толпа здесь прокнет, значит, я побегу обратно. Если она здесь не появится, я пойду посмотрю, может там... Ну нет, Леви появляется на второй день. На первый день вряд ли он появится. Так, лучше стамину не тратить. Так, вот, все, толпа опять прокнула. Фух, повезло. Так, отлично. Надеюсь, я не промахнусь. Я чуть не понял, она хотела на меня напасть или что? Кстати, где-то вторая еще должна ползать. Так, ничего на голову не смог найти. Кольцо застывшей крови, кольцо с шипами. Так, что оно дарует иммунитет к сильным токсинам? Почему бы и нет?
Так, еда. Заплесневелый хлеб. Пойдет. Так, патроны для дробовика. Ящик пустой. На всякий случай загляну. Может быть, здесь кто-нибудь будет сидеть? Ну, вряд ли. Сюда надо приходить так. Уже с напарниками, чтобы их здесь высадить. Избавиться от них. Убрать из Тимы. Просто так там никто не будет сидеть. Тухлое мясо. Так, паприка. Так, тихо. Ну, по сути, я не так активно использую свой рассудок на различные заклинания. Я использую физические навыки Марко, а они не требуют очков концентрации и рассудка. Ну, то есть, да, они не требуют очков концентрации, так еще и рассудка тоже не требует. Так, орел. Не угадал. Блин. Точно, здесь кольчугу можно найти. А, кольчуга на втором этаже. Кольчуга вроде лучше, чем бременский нагрудник. А, нет, все-таки бременский нагрудник лучше. Так, там будет какое-то кольцо. Но я не помню, что за кольцо там находится. По сути, я его никогда не использовал. Так, здесь я тоже соберу лут. Стеклянный флакон. Так, кусок ткани. Кстати, полезная вещь. Потому что сейчас у меня... у меня вообще не было. А, нет, подождите, у меня осталось два куска ткани, я просто спутал кое-что. Я потратил два оставшихся куска ткани, это в прошлый раз, когда я с козлом сюда, ну, сражался с Нидлсом. Теперь у меня 4 куска ткани есть. После того, как меня Бобби убил, я же переигрывал, точно. И меня Нидлс вообще не покоцал, нисколько. Понятно. Здесь находится триггер. И когда я назад возвращаюсь, он начинает постоянно одну и ту же фразу повторять. Так, просто проверим кое-что. Появится ли Август здесь? Нет, Август не появился. Ну, по идее, и Леви вряд ли появится. Так, открыть. Орел. Понятно. Так, я помню, что где-то в доме стояла мина. Но это не здесь.
где-то поблизости. Поэтому даже в доме нельзя расслабляться. Нужно внимательно все осматривать вокруг. На наличие мин. Ты что здесь делаешь? О, это толпа! Так, ладно, я понял. Леви там нет. Еще пока что. Ты че офигел? Ты должен меня бояться. Совсем меня не боится. Так, я могу рискнуть и сходить за еще одной статуэткой. Да. Фух. Так, нужно уйти. Да, и толпа сейчас появится еще. Фух, не появилась. Ладно, хорошо. Статуэтку я брать пока что не буду. Так, если... А, ну да, подождите. Если враг стоит сверху, я в него попадаю. Если враг стоит снизу, я в него не попадаю. Это вроде так работает. Так что если эта маска смерти останется стоять там, то потом, когда я восстановлю себе руку, я смогу туда вернуться и добить его. Не, конечно, я могу в него из пистолета стрелять, но мне кажется, у меня патронов не хватит. А сколько у меня вообще патронов? Не повезло. Если бы он не появился, я бы... взял бы последнюю оставшуюся статуэтку. Нет, в принципе, может быть, у меня и хватит патронов. Я точно не читал, но вроде патронов 12 на него надо. А, блин, лишь бы толпа не прокнула. Фух, толпа не появилась. Тогда ладно, сразимся с Дааном. И потом в книжном магазине сохранюсь. И на следующий день, в следующей серии даже. Так, стоп. Че, серьезно, он даже меня не заметил. Я буду пытаться выбить Библию Сильвиан. Так, аккуратно. Фух, он где-то сверху стоял. Блин, а мне ведь еще по этому пути обратно возвращаться. Так, Дан находится справа. Если я пойду вниз, так дольше идти, но безопаснее. Не совсем. Там стрелок будет, но он мне не помешает. Ладно, короче, через низ пойду. Или ладно. Ладно, пойду по короткому маршруту, все-таки я передумал. Просто я не хочу там идти, там капканы стоят. Хоть маршрут короткий, но там капканы стоят. Могу просто не заметить капкан и наступить в него. Блин! Фух. Не знаю, помогло ли мне то, что... Помог ли мне навык сбежать, то, что у меня убийственное намерение, или мне просто повезло?
Скорее всего, мне просто повезло. Да, все-таки маршрут опасный. Блин, а вот сейчас бы у меня уже могло быть 3 статуэтки. Так, табак. И Дан вообще никак не реагирует на мои действия. А, приятно тебя снова видеть. Так, что-то у него диалог длинный. Мне не нужны новые знакомства. А, что ж, ты пришел ко мне... А, что теперь оно у тебя есть? Что ж, ты пришел ко мне, так что теперь оно у тебя есть. Имя. Он мне имя дал, наверное, да? Ты можешь называть меня Дан, рад с тобой познакомиться. Так, я пришел для того, чтобы напасть на тебя, а не познакомиться. Руби и режь? Нет, а я думал, это то, что обычно говорится в таких ситуациях. Так, умение, стойка для уклонения. Так, отлично. Умение, стойка для контратаки. И в ответку бьем. И в ответку получай. Все-таки Марко немножечко читерный. Если ты знаешь, как его прокачивать, то он реально читерным становится. Так, а теперь возвращаемся назад и сохраняемся в книжном магазине. Может быть, Марина появится ночью в книжном магазине. Хотя я не знаю, если я буду находиться в книжном магазине, она появится или нет. Может, мне надо за пределами книжного магазина сохраниться? Так, я один круг... Рхера нарисовал, так что у меня есть единица связи. Ну, первый уровень связи с Рхером. И я могу ауры прокачать, раскрыть ауры, чтобы на карте обозначались участники фестиваля. Если они находятся на карте. Так, я бы, в принципе, в мэрии сохранился бы. Или бы здесь. Но мне нужно будет выбивать книгу Сильвиан, Библию Сильвиан в книжном магазине. А мне она должна гарантированно выпасть. Поэтому придется перезапускаться, пока она не выпадет. Потому что у меня уже одной руки нет. А мне Сирогил может еще вторую отсечь. Была бы у меня руна морского дракона, в принципе, мне бы
Библия Сильвиан уже не так сильно нужна была бы. Так, стой там. Фух, теперь надо как-то мимо Бобби пробежать. Так, Бобби где-то сверху. Так, а если я пойду здесь? Блин. Так и ждет меня здесь. Может, ты подойдешь ближе? Так, отлично. А теперь как-то здесь надо пройти. Так, все, прошел. Так, отстань от меня. Блин, жаль то, что Марины здесь нет. Хотя свеча горит. А, так, решка... Орел! Так, отлично. Так, уйти. Чуть не забыл. Так, сразу поедим что-нибудь. Вы чувствуете сильное намерение убить во сне. Калигура, пора просыпаться, ты кусок дерьма. Вы узнаете этого человека. Он, Калигура, также известный как граф Драгул, один из Капорегимов или капитанов из конкурирующей ветви семьи. Однако вы понятия не имеете, что он здесь делает. Теперь у нас наконец будет небольшая беседа, тет-а-тет. Говори. Сразу нападаю на него. Тебе хватает наглости? Вообще-то ты на меня напал. Первым. Приготовься умереть, грёбаный кусок дерьма. Так, умение. Столько для уклонения. Блин, я не хотел с ним сражаться. Не получилось, да? Умение. Столько для контратаки. Так, хорошо. Только вот теперь где мне Марину искать? И если я сейчас Леви не поймаю, он потом обратится в чудовище, и мне придется с чудовищем сражаться. Придется еще и Леви ловить. Ну что ж, ладно, пошел я к Леви. Блин, зачем ты сюда пришел? Еще и в меня попали. А, придется своего вас сыграть.
А, блин, там эта дурацкая загадка. А мне не надо туда идти, я же с Ивова хотел сыграть. Где канализация выйти? Нет, все-таки, если я пойду через церковь, я ближе окажусь к воротам в город. Пойдем по Саевовой дороге. Потому что сейчас, если на меня нападет Бобби, и мне не получится сбежать, он может меня убить. Вон, в прошлый раз он всеми тремя руками нанес атаку. При условии, что я использовал уклонение. Лучше немножечко времени потратить и обижать вокруг, чем попытаться сэкономить время и потом еще больше потратить, чтобы все это повторить, все, что я проделал в этой серии. Я просто не ожидал то, что Калигура на меня нападет. А, да, у меня же книга просветления есть. Не хочу я терять прогресс. Наверное, я все-таки книгу просветления буду использовать сейчас. А перед битвой с Леви я использую книгу просветления. А то вдруг он меня застрелит. Так, а раз я книгу просветления использую... то мне лучше, наверное, завершить серию сразу. Да, наверное, Леви я оставлю на следующую серию. Я просто не ожидал то, что Калигура, блин, нападет. Если Калигура мертв, значит, он уже на Леви не нападет, и потом мне с монстром придется сражаться вместо Леви. У монстра ХП больше. Хотя он в прошлый раз, по мне, не успел нанести урон. Но тогда я был с Тимой, вроде бы два или один человек со мной еще был дополнительный. Так, надеюсь, Леви здесь. Так, сохраняемся. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. Всем пока!